Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я хочу с вами поделиться способом и рецептом приготовления всегда пышного омлета, который всегда получается. Для этого нам потребуется буквально два ингредиента плюс соль. Без жира будем его готовить. Очень просто, и это займет буквально пару минут нашего времени. Разбиваю сейчас в миску 4 яйца крупного размера, у меня здесь яйца. Размешиваю их вилкой до однородности, чтобы не было пленочек, чтобы была такая очень однородная яичная масса. Количество яичной массы я просто измеряю в мерной кружке, ничего здесь даже не взвешиваю. То есть здесь у меня примерно 250 миллилитров получается. Выливаю обратно в ту миску, где буду замешивать омлет, и ровно такое же количество молока вливаю в мерную кружку, тоже 250 миллилитров. Выливаю молоко к яичной массе и все это просто перемешиваю до однородности вилкой. Не использую здесь никаких кухонных приборов. Важно не взбивать эту массу. Добавляю туда щепотку соли по вкусу, можете специи добавить свои любимые, какую-то зелень, это все на ваше усмотрение. Все это переливаю в жаропрочную посуду. И вставлю это сейчас в горячую воду, накрываю кастрюлю крышкой. И с того момента, когда вода у меня закипела в кастрюле, я варю это примерно 20 минут, чтобы серединка у массы поднялась и стала пышной. Огонь здесь у меня достаточно сильный, но не самый сильный. То есть, чтобы активно кипело, но не брызгало во все стороны. Вынимаю уже теперь форму из воды, из этой горячей, и омлет уже готов. То есть можно заниматься своими делами, блюдо это абсолютно неприхотливое. И сейчас прохожусь обязательно силиконовой лопаткой по краям и по дну формы, так как мы все это готовили без масла и без жира, и переворачиваю на ту тарелку, где омлет уже будет подаваться. Омлет получается очень пышный, очень вкусный, у него очень красивая ровная текстура. Вот такая вот форма после уже приготовления, так она выглядит. Сейчас разрежу, чтобы вы посмотрели, как выглядит внутри омлет. То есть блюдо, которое всегда получается. Очень многие хотят научиться готовить хороший омлет, но не у всех получается. Здесь без единой капли жира все получится. Как я уже сказала, специи можно добавить по вкусу. Измеряю для вас линейкой примерно около 5 сантиметров в высоту, потому что внизу деления у меня еще полсантиметра не начинаются. Вот такой пышный и красивый омлет у нас получается. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.